Всем привет, с вами я, Зедонозавр, я продолжаю свой летсплей Донстер, начинаю 53-ю часть и продолжаю путешествовать за робота. Вот я нашел себе друга, только что дал ему жареное мясо, и вот мы вместе отправляемся в путешествие. Главное вовремя разводить костер. Сразу же, как вечер начнется, немного затратней, но главное, что есть тот, кто будет, он себе, можно сказать, сам добывать будет бревна. Я только указывать ему буду, потому что мозг у него, видимо, в спине, только вот. И мы идем. Он медленнее идет, конечно, но ничего, догонит потом. Так, идем, до вечера идем, там останавливаемся. И все. Главное никого не встретить. Так, тут опять перешел я к старому воскрешающему камню. Ну ладно. Здесь я уже, значит, был, но иду дальше. Так, что я отклонился немного от курса. В общем, изучаю границы. Вот так вот. Походу буду собирать еду, которая мне попадется на пути. Так, вот лягушку надо убить, лягушку, может, он будет ее есть, если не будет, то хоть на меня навоз будет. Так, ягоды. Может, я сам съем лягушку, когда она гадина дерется. Опасные лягушки здесь. Очень опасные. Нужно опасаться тут лягушек. Ну, их не так много, они рядом с прудом водятся. Вот где я был до этого, в жуткой местности, гиблой. Там возле прудов еще какие-то что-то типа пчел водятся. Они тоже за мной почему-то летели. Ну, понятно, зачем они убить меня хотели, но я как-то избежал участи такой. Вот так вот. Тоже разводим костер, потому что сейчас уже наступил вечер, а то он убежит опять. Я пока пойду срубать деревья. Этот свин у меня, я думаю, надолго задержится. Я надеюсь, так. Кстати, у этого робота такая способность плохая. Когда его бьют, у него что-то вываливается. На нас тем временем пауки напали. Так вот, у него, если его бьют, у него постоянно вываливается то, что находится в карманах, так сказать. У других, они когда умирают, у них сразу все вываливается. А тут вот как-то так. Единственный минус того, что если я умру, я вновь окажусь там очень далеко от того места, куда, наверное, дойду. Смотря сколько я пройду. И будет очень плохо, снова придется идти. Но я, наверное, уже тогда не пойду, я думаю, остаться и опять заняться фермерством. Придется, наверное, свина оставить там. Вот так вот. Огонь почти погас, нужно зажечь, а то он опять говорит, что жуткий. Когда он говорит жуткий, значит гаснет огонь. И ему жутко становится. Главное, чтобы он не превратился в медведя какого-нибудь. А я соберу цветочки для венка. Ой, для этого, как его называют-то. Так вот, я себе надел такой модный венок. Пертинакс его зовут. Пертинакс. Запомните. Пертинакс.
что ж, на нас опять напали пауки. Что плохо. И они куда-то убежали вдвоем в темноту. Эх, я, к сожалению, ничем уже не смогу им помочь. В темноте я бессилен, к сожалению. Но зато появилась гарантия того, что этот свин еще надолго у меня останется со мной, так сказать. Я его могу покормить вот этим вот мясом. Еще у меня появилась паучья железа. Паучья железа является лекарством в этом. Так, еще один паук является лекарством в этом мире. Так, вот еще мяско. Может, одного заведу друга. Если по пути появится, он будет все тот же рядом. Так, опять пошел дождь. Но уже начался третий день. Это не страшно. Нужно идти. Так, ты там где ходишь? Так вот, ты ходишь где? Пошли. Пошли дальше в путь. За ночь. Столько убили за ночь и вечер. Да мы вообще. Так, здесь тупик. Так, ну значит пойдем слева. Пойдем. Посмотрим, смогу ли я пройти за эту жизнь робота. Смогу ли я пройти всю говницу обойти. Возьмем-ка порох. Может быть, мне чем-то понадобится. Да, нужно взять порох. Вот рюкзак бы здесь точно не помешал бы, то у меня уже все занято. В пути нужен рюкзак в любом случае. Не знаю, зачем нужен порох, но тут нет такого, что было бы не нужно. Даже всякие перышки и печи и то нужны, даже бабочки, наверное, нужны. Потому что бабочки можно есть, бабочек вроде как. Но это то же самое, что цветки есть. Ничего они не сделаются, лучше не намного будет. Совсем чуть-чуть. Мне кажется, или этот венок из цветов, он повышает интеллект, он у меня стал повышаться в нем. Интересно, хотя я ничего такого вроде не делал. Или он с утра охлаждается за ночь, то есть, и потом работает во всю мощь, у него мозг у этого робота. Что ж, продолжаем путь пока что. Третий день. Уже середина третьего дня, можно сказать. Да, места совсем не осталось. Ну ладно, буду ему давать, будет навоз. Угу, навоз тоже ложить некуда. В общем, на этом все. Завтра 54-я часть будет. Также в это же время появится. Каждый день в одно и то же время появляется. Вы не забудьте подписаться, поставить лайки, посмотреть. В описании там есть интересные ссылки. Очень много интересных ссылок, очень много ссылок и очень много интересных. Почти все интересные, некоторые на любителя, можно сказать. Ну ладно, всем пока.